Страх появляется от незнания. Беременность и без того волнительное время, а ожидание родов – это дополнительные нервы. Чтобы процесс прошел спокойно и будущие мамы знали, к чему готовиться, в Пушкинском перинатальном центре проводятся дни открытых дверей. На период пандемии и острых респираторно-вирусных заболеваний знакомство с центром проходило в онлайн-формате. Теперь увидеть все своими глазами можно вновь. Вот дни открытых дверей, в первую очередь, на мой взгляд, и призваны развеять эти страхи. Мы из первых рук они получают информацию. Вы, наверное, это сегодня слышали. Да, масса наверняка было вопросов и по обезболиванию родов, и по ведению родов, и так далее, и так далее. Вот они получают это все из первых рук, мы ничего не скрываем, мы все показываем. Врач провел для будущих мам и их сопровождающих экскурсию по центру. Сначала посетили приемное отделение, далее прошли смотреть палаты. Женщины узнали, где что расположено, какие условия. Смогли зайти в операционные отделения, патологии беременных, отделения новорожденных и даже узнали, что есть в детской реанимации. И когда человек уже понимает, к чему, что ему ожидать, какую помощь он может получить, допустим, здесь, да, в наших стенах, значит, ну, страхи, по крайней мере, минимум уменьшаются совершенно однозначно. А может, у некоторых и проходит. Отдельное внимание было уделено родовым блокам. В каждом родзале установлены удобные кровати-трансформеры, высокотехнологичная аппаратура. Врачи рассказали, как вести себя при схватках, какие специалисты работают в центре и кто за что отвечает. Я решила прийти в этот роддом, чтобы убедиться, что он самый лучший в Московской области, по моему мнению, да, и судя по тому, как проходит экскурсия, оно так и есть. Я очень довольна, очень большой объем информации, полезной информации. Надеюсь, что в скором времени встретимся с врачами. И уже появится на свет мой здоровый малыш. А этот кабинет оценили все женщины. В центре есть выписная комната, где не только можно привести себя в порядок и навести красоту лично, но и с помощью визажистов. Все условия для комфортного пребывания в центре созданы. Своим опытом делятся уже рожавшие мамы. Да, когда я была беременна, я посещала одну из подобных экскурсий. Ушли некоторые страхи, которые были. То есть уже, в принципе, понимаешь, что с тобой происходит, на что готовиться, к чему готовиться, какие документы, что нужно в период восстановления, как восстанавливаться, соответственно, что ждет ребенка. То есть уже вот какие-то такие моменты ты все понимаешь, для тебя это не становится сюрпризом уже после родов. В конце была организована беседа с врачами, где все желающие смогли задать свои вопросы. Теперь такие дни открытых дверей будут проводить на регулярной основе. Следующий состоится 28 февраля. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.